Жестко очень. Нам бы Керри, погоди. Погоди, нам Кор нужен. Кор нужен. Душня будет сейчас полная. Я, короче, пацаны, буду, наверное, сразу фармить этот сапог, там, бок. That was my plan. I must hunt soon. Хозяин, да? На рождение двух и здоровый пик. Пик, конечно, угарный у нас, реально. Одни саппорты в команде. Одни сапы в тиме. Боже, а там такие типы. Как это все играть? Doom, Stun, боже. Doom, Stun, Клок, еще Вивера хрен убьешь. Какая это боль. Я манал. Надо постараться просто красиво сыграть. Зачем мой смог вин? Как это играть? И уже плакать хочется. What, mortal? You thought of that? That was my plan. Very well. You thought of that. Very well. What is it now? I must hunt soon. What is it now? Are you threatening me? I must hunt soon. What, mortal? Что там, Вирусик медовый? You thought of that? That was my plan. What? Very well. You must hunt soon. I hunger. Greetings. That was my plan. That was my plan. You thought of that. Very well. That was my plan. Нюха, скоро 16 сентября, это хорошо. Поздравим, главное, напиши. Я его должен перекейсить изи, потому что у меня герой сильнее его. В плане кейсинга. Куда ему? Не добью, очень поздно дал тычку, не почувствовал. Бары хоть нету там? Ну такое, ни того, ни этого, надо было хоть кого-то бить, что ли, не знаю. Фигня Денай. Такой его сразу садим. Тут все нужно, и БКБ, и манта, и МКБ, тут вообще все нужно. 10 слотов тут собрать надо, чтобы хоть что-то сделать в этой игре. Иначе я тут такое сусо буду делать, это просто зашкварно будет. Я без сентри до сих пор стою, но похуй, мангу сложнее, мне кажется. О, риги. Риген, кстати. 2-0 проигрываем. Видят парни, это плохо. Я Виверу ничего не сделал на меде. Маги, брат. Ой.
Дай! Дай мне поесть. Надо без банки играть здесь буду. Ну, это плохо было. Ладно. Это тоже плохо было. Не добил, повезло. Кангану попробую. Плюс не хейтер, он вообще внимание, бро, просто не читай, сделай игнор. Да, я, в принципе, хейтеров и не читаю. У меня тут нормально все с ребятами. Все свои пишут. Хейтеров нет, фура фидит. Так, канабей! Успел, хорош. Не живет, непонятно. Еще ТП-шку одну прикуплю. Койлом забил. А че по койлу слабеньким какой-то? Долетел. А, вот так сделаю. На Верочку заберу. На Верочку заберем. Маской бегает пацан. Ну, сойди, попал. Да, ну фу. Ну, Гангад бежит меня уже, смотри. Жопашник надо уметь, уже бежит меня убивать. Уже на миде стоит, уже готовится. Уже пришел помогать своему тумейту. А, понял. Фьюри еле бегает. Давайте, рискните. Я вас сам хаваю. Ну да, промах, соответственно. Ну да. Ну да. Промах, это залог успеха. Промах, это залог успеха. Ой, фу. Ну, я статами обрастаю по чуть-чуть. Счет Крыма. Да мне вообще поливать. Поливать, будто от меня что-то зависит. Я маленький человек в этой жизни. Похрен. Дум, кстати, какой? Дум четвертый еще. Вард пропал. Я человек маленький. Я человек простой. На Балантару пытаться ломать, но у меня варда нет, я побаиваюсь. Выхосла не красит. Слэмчик. А ну останутся спармить, интересно. Кто не остался, да? Ушли оба. А вроде не на варде нажимал ТП. А, вон они под тауэром сидят уже тут лики. Блин, пацаны фидят. У меня два фрага и вся команда фидит. Как тяжело мне это будет играть. Ага, вы все знаете, да, походу? Ну, стоят суслики. Крин же подойдет. Поп с артаном.
Ну ты прикалываешься, что ли? А, понятненько. Ну как знают, понял? Трэш просто. Нереально, как знают, что я здесь был. Печально это все. Юр, какой бегу, Ники, твою. Давай, давай, давай. Ай, блин. Вер напугал меня своими набегами. Слава малику, дальше ты. Ломанушка, привет, здорово. Спасибо. О, попал, прикинь. Пошел вон от меня робот вонючий. Принявший напал на меня. А Вивер заберет руну, а тут что? Иллюзия. Ну, иллюзия говно, руна. Не побежал на меня, да? Отменил. Мана нету, пацаны. А что, что я ульт качнул? Так бы я сейчас умер там. Ну, Клокверк опять на меде, скорее всего. Мне так кажется, он сейчас будет меня душить, пока добегать. Я на базу. Маны нету ни черта. Блин, там какая-то душка идет нереальная. А, вон он. Ой, да я про Ризрака говорю. Она ФК. Печально. Это печально, ребят. Это очень печально. Они не хотят играть вместе. Это печальненько, ребятки. Нападайте все на меня, пацаны, уже все, и все толпой на меня, кидайтесь уже. Пипец, ни одного ТП. Там бодаюсь, никто даже ТП не прилетел. Пока трейдинг стал. А, это жестко. Пипец, этот выжил вообще. Мне повезло, что клок стана не достал, я бы умер. Просто трэш везение. Че, на мид обратно вернусь, наверное? Реквием левел 2. Пойдет. Блин, мне бы лес побить немножко, у меня фура все пылесосит нахрен. Ну, у него шмотки появляются. О, я возьму. Блин, не возьму. Окей. Ну куда ты, родной? Ну что ты, а? Ну куда ты так рано хилишь? Ну что ты делаешь? Господи. Agreed. I must hunt soon. That was my plan. Agreed. What is it now?
Ну, умер, все равно пошел. Да, блин. Пол сдох все равно. Умники, чудной парень. Ты смерть свою ищешь, брат? Да у них там клок еще где-то лазит. Не пойми где. Опа, таки. Опа, опа, оп-оп. Оп-оп, кто-то фармит здесь. Если честно, я сейчас мискликнул по крипу, я не хотел с инвиза выходить. Ладно, по крипу. Сейчас под кухню встать. Вот ревер у нас. А, ну да, репел себе действительно, нафиг мне дать репел. Нахрен мне РПЛ давать, себе ближе. Я так чисто потерплю, как говорится. Чисто сев терпила, как говорится. РПЛ саппорту, себе ближе. Свою хату, как говорится. Твоя хата дороже. Ору. Кто проорал ситуации? Твоя хата ближе. Ты своя хата. Эк, я за руной. Умник, брат. И сколько можно собрать ПК, чтобы тупил только доту на узбекскую сумму? 30 тысяч рублей плюс-минус. Не больше. 30 тысяч рублей в узбекских я не знаю, сам считай. Эй, брат, честно. Я с России просто. 7500 это 1 миллион узбекских сумм. Вот и считай, 7500 рублей. Сколько тебе надо, считай? 7500 примерно, даже 7100, по-моему. Ну, 7000, короче. 7000 это 1 миллион узбекских сумм. Тебе нужно 30 тысяч примерно, да? Получается, сколько тебе надо? Ну, 4-5 миллионов сумм, плюс-минус. Ну, как я посчитал, если я правильно посчитал. Так, сам думай. Мана, мана. Там Аликом, привет. Добрый вечер. Жалом, привет. Чтобы не купить бутылиса. Не знаю, без него решил поиграть. Я псих, мне похуй. Тяжело добить было какой-то аур, кстати, под горелками. Опора умер там. Для Пури у нас очтены дни его. Мы сейчас ТП-шку свистнем, пацаны, смотри, техника. Свисывание, ТП, свисывание, понял? Свисывание. Новое слово от меня. Я просто не знаю, как правильно сказать. Я тупой. Я ждотер. Короче, свистнул ТП по-опытному. $50 получилось. Ты сам спросил в суммах и говоришь мне про доллары. Интересно. Ну ладно, бывает. Вам в Узбекистане проще в долларах считать? Знаю, как у вас там проще. О, убьем их. Ой, хорошо, там сзади стоит пацан. Чудесно. Тут, кстати, вард, скорее всего, стоит, мне кажется, вот здесь вот. Зря я на рут нажал. О, ты здесь.
Пушьте, пацаны, пушьте. Шейкера Хаслэм потратил, Дум потратили. И Клок там. Ну, Клок живой, да? Уже. Хотелось бы таракана в этих ловить, вонючек. Я не пойду в эту драку. Такое нам не нужно. Там сдохну. Я там сдох. О, Мартра что ли забрала? Пишет, Мартра Рошу не бьет случайно? А, на топе. Врага не появился. Блин, я пришел и все. Все закончилось на этом. Ура, конечно, все крипа убил у меня. Что, скадим Кабеннера взять? Раз. Ну, такое все. Ну, я сейчас потанкую, типа, иллюзиями этих, этими, побью. Типа, у древних. Дейка, в принципе, топчик, я думаю. Ради взять для плотности. И МКБ собрать. Дейка, в принципе, топ. Тут вард, скорее всего, стоит, я уверен. Прям чувствую. Пойду сейчас задеваржу его. Чуйка у меня, чуйка. Читерская, софтерская чуйка. Слот есть, брат, Java, ник. Кто успеет, тот играет. Слот и так не даю никому. Кто зашел, тот и поиграл. Кто не успел, тот не, тот опоздал. А, ну да. Есть? О. Голем. Голем, господи, игры. Достами, нифига себе. У меня реквием, мне бы реализовать куда-нибудь. Дифуз! Не БКБ, надо отбой. БКБшка нужна. Дифузики. Где она на морте? Отбой. БКБ беру. Иначе в этой игре вообще драться не смогу. Главное не обосраться с моим билдом, потому что я взял одну шмотку очень дорогую, у меня БКБ уже могло бы быть. Сейчас я могу обосраться немножко. И герой интересного хил. То есть понять, где они. Два в миде. И Мартра фармит. Мартра лес долбит где-то. Пойдет, минус 2, я до конца бился, я понял, не уйду оттуда. Койл был прикольный под собой. Захилься, брат, успей. Все. И Дума поймал еще, капец. Ульт они сразу. Ой-ой-ой, как хорошо, ой, как хорошо. Они сейчас все сгорят, ой, как хорошо. Хорош. Первую. Первую, давай. Ну, Фура, давай, ну, первый скилл, брат, ну, сюда кинь его. Пойдет, бесс получил, пойдет. А, нормально, нормально. Сколько у меня голды? 850. Годно. Доброй ночи, пупсик. Слушай, мы еще камбэкаем как-то. 14-20, ну как камбэкаем? Мы еще держимся. У нас 5-3 у... 5-3, 3-2, вон, пацаны, 4-1 у фуры. Нифига, фура красава. Фура не фидит. Это редкая фура, которая не фидит.
Поэтому вообще шик пердесно. Пердесно. Так. Короче, я пошел. Блин, пацаны еще пушат, нифига не жесткие. Молодцы, слушай. Молодцы, молодцы. Раздают пилюлей. Надо соул набить. Душ. Душ нафармить надо. Скоро БКБ выложу. Пробуд БКБ. Мне бы 16 добить еще. Это было печально. Офигенно. 16 долуплю. И БКБ хуже скоро куплю. 1000 до БКБшки осталось. А 1000 это немного. Так, душ вроде должно хватать. Мне мало душ еще. 8. Здорово, браток. Ржан, ты обосрался, вставай. Ржан. БКБ есть, найс. Хорош, убьем. Доту играю больше 10 лет, не могу понять, в чем прикол ульты Невера. Чем ближе герои стоят, тем больше урона. И чем больше у тебя душ собрано, тем больше урона ты нанесешь. Вся математика легкая. Математика. Погнали. Кто? Ради скоро будет. Да уплотняться, чтобы морта не пробивала. О, тащишь, да, брат, стараюсь. Ну, я же сказал, игра будет потная. Для меня тут очень много контроля. О, робота убили. Убили. Я там заслакал немножко. Почти скади. Почти через чуть больше 2000. Я просто пушу, короче, похуй. Бери пальчик. Ультани, ультани. Реально подрались. Я репел ждал, не дождался. Very well. That was my plan. Very well. What? What is it now? Agreed. Был бы да, репел на мне, я бы не умер от шейкера, но увы. А нет ли ощущения, что тебя... На тебя смотрят люди, которым уже 5 лет, времени игры дотку, олдскулы хочется вести. Лет и время играть, но олдскулы хочется свести. Блин, ну это ж хорошо, что у тебя кайфуешь от моего стрима. Я так понял правильно твою мысль. Я очень рад, спасибо большое. Да, это круто. Ну люди многие смотрят, да, это ж Dota 1, это аудитория, у нее очень взрослая, там 25 плюс все пацаны. Мои, либо старше лет. Поэтому да, конечно, это круто. Я очень рад. Такие люди у меня. Это круто, бро.
Это круто, брат. Очень круто. Так, Мантайм КБ здесь еще нужна будет здесь. Мантайм КБ. Мантайм КБ сатаник, бля, вот так вот играть. Манта против Морты, МКБ, понятное дело. Кади и фляй для урона. Ну, сатаник это в идеале, но куда его засунуть? Я бы КБ было финежало. Зачем мне там драться? Мы проиграли эту драку. Моя тьма пошла ложиться. Нет смысла мне там драться с ними. Я нажму БКБ, мне Дум даст сразу. Флаг, я ушел. По-моему, сделал. Кто предвидел? Ты что бросаешь шмотки? Гоблин бешеный. Не хочу, поймал. Давай, да умай, подставился, прыгай на меня. Изи килл. Блин, сейчас станем все вместе, ЕС нас хлопнет. Ну вот и зря стоите все вместе, сейчас шейкер залетит. О, хорошо. Фейл есть, вот шейкер, кстати. БКБ нажала. Ну такое себе печально, на самом деле. Такие врывы, но он БКБ отдала она. А говоря, мне не понравилось, что он сделал. Он полетел так далеко. Игра тяжелая, зря не расслабляются. Не расслабляются, ребят. Проиграть можем. Все, нет, видос, я смотрю, какая атмосфера прям. Ой, это хорошо, что атмосфера есть. Это круто. Блин, у меня же Кира одет еще, это хорошо очень. Же Кира такой не лысый парень одетый. Же Кира вообще не лысый. Кади есть, найс, погнали. Манта нужна. Это разложу на манту. Возьму сапог оттуда. Или сейчас МКБ взять. МКБ нравится, сейчас возьму. Он с Кади куплю. Не, манту. А манта мне так спид хороший даст. И хрен его знает. И манта нужна, и МКБ надо. Все надо, блин. За хрень. Убить не могу. Ладно. Это вся суть. Не. Блин, мы их перебьем, мне кажется. Хрен мы их перебьем. Работать. А МКБ соберу. Мне кажется, я уже не выиграю это. Я чувствую это. Жакири надо тоже что-то такое, не знаю, чему собрать кола тут, чтобы он хоть как-то подживал побольше. Глимер может какой-то купить. А, тяжело будет. КБшки появились уже, сложно играть стало. КБшки появились, стало играть сложнее. Всю дуру пробить, блин. Бешеную. Юл, дай бы. Юл, хорошо.
Но минус 3. Ноля. Изи, заходим в сторону. Лиса сейчас пропукают. Ой, сбили, хорошо, сбили. Ой, как чмо. Попадал койл. Хреново. Ура, ломай, ломай, родной, ломай, 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 быстрее. У меня толку от этой хасты никакой. Ты понимаешь, что надо большинство героев, да, какой шмот собрать твоим видосом. Брат, ну видишь, как бывает. Спасибо. Приятно. Спасибо. Так, вот так. Хорошо. Ну, друзьями не играешь в пати. Ты скажи, ну, забавно. Братик, ну у меня чуть другой контент. Друзьями могу поиграть вне стрима. Я играю, ну, мне не должен никто мешать, понимаешь? У меня свой контент. Кадил Вивера, жирный. Пробьешь его. Ты ради фуса собирай, да, было плохо. Я бы это зафармил все, оставь мне, пожалуйста. Спасибо. Сапчик. КБ потратила, все, ок. Привет, бро, здорово. Ну, фура, красавчик, пушит очень много. Ну, не успеем. Три. Ну, зря он сейчас его пугает. Зря. Как не пойдет. Double kill.
Найс. Просто лучшие, ребятки, убили всех. Хорош, выиграли. Байбека, найс. Боже, какую игру, ребят, затащили. Просто нереально. Молодцы, команда. Просто нереальную катку выиграли. Я думал, на SF я эту игру никогда в жизни не выиграю. Там такой пик сильный против моего героя. Просто на опыте получается. Плюс команда играла. Круто. Раз Валтрон сломаем. На опыте или повезло, как думаете? Или Тима выиграла? Отдал бы жизнь за нардула. Я бы за 4 нардула отдал бы жизнь сразу. Я лучше закончу эту игру. Буду тянуть. Не хочу я тянуть эту игру. Так я байбек нажал. Пойди нафиг. Такая морта, потная катка, да. Что, мне манту бы мысли алтара сейчас взять, наверное, да, лучше? Я на базу пойду схожу. Сейчас лотар по пол стоимости продам. Так. Привет, бро, красава, бро, спасибо, Мансу. Ага, не мог кого отлететь. Пол стоимости купим. Так, вот так. Так, продаемся. 1000. Теперь это раскладываем. Это продаем. Покупаем тревела и покупаем Яшу. Найс. Получилось весьма неплохо. Нормально, убили всех, погнали, пушить. Пожаловался, такой морда АПК, говорит, стало, пожаловался. Насус, если долго нажимать на твоего героя, то он начинает говорить, ну да, конечно, знал. Ты игре, блин, миллион лет, что знал, брат. Он дал? Там упор уже наваливает. Ура, наяривает уже, дай боже. Неплохо вышло. Так, надеюсь, я твой...